«Скажи, а ты меня сегодня любишь?» — спросила громко девушка маршрутки и пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. И кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. «Вчера это вчера, ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать!» Напротив тихо женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу щеки тихонечко смахнула. Эх, если бы он вот так спросил. А рядом с ней мальчишка лет 5 ладошку папы очень сильно сжал. «Пап, ну а ты меня сегодня любишь?» Отец вдруг улыбнувшись приобнял. «Конечно любит», — бабушка сказала. «Смотри, как смотрит. Ты же его награда, ты счастье его в каждом новом дне, и даже сомневаться в том не надо». Улыбка у мальчишки стала шире, и он спросил: «А кто-то любит вас?» «Не знаю, я живу в пустой квартире, одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня». В маршрутке тишина на миг повисла. «Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы были, и чтоб все в порядке, и чтоб хоть раз в 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки, молиться буду каждый день за каждого. Для них всегда горит мой свет в окне. Ведь это важно, это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне». «А вот меня и не за что любить», — сказал мужчина. «Я тупой баран, не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один, виновен сам». «Ты не баран», — вдруг кто-то прокричал. «Бараны не сумеют позвонить. Ты раз хоть ее номер набирал? Сказал, что любишь. Попросил простить». Мужчина лишь вздохнул, махнул рукой и номер прям по памяти набрал. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» «Люблю еще сильнее, чтоб ты знал». Его глаза наполнились слезами. «Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали, как рад ее услышать. Всем спасибо. Скажи, а ты меня сегодня любишь?» Набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ он всей маршрутке прочитал. «Люблю. 24 часа в сутки. А ты, сынок, ты хоть чуток-то любишь?» Старик спросил мужчину у окошка. «Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтоб рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень любите».